Уважаемые жители Новочебоксарска, примите самые теплые поздравления с Днем химика. Мы связали свою судьбу с отраслью, которая определяет успешное развитие всей отечественной промышленности. Ведь без химической продукции не обходится ни одна сфера нашей жизни. Прошедший год был очень непростым для нас всех, став временем серьезных перемен и испытаний. Но продукция нашего завода остается востребованной, а коллектив готов к выполнению новых задач. Возможно, мы не так быстро, как хотелось бы, преодолеваем кризисные явления, но твердо стоим на ногах, открываем новые возможности и реализуем масштабные инвестиционные проекты. В прошлом году был дан старт строительству волжской перекиси. Начато производство дезинфицирующих средств, благодаря которым было реализовано множество программ, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. Внедрено множество проектов по цифровизации производственного процесса. В начале этого года стартовала новая система управления идеями ТИР, призванная собрать лучшие идеи заводчан для улучшения работы предприятия. Минувший год был не менее насыщен в области технического развития и перевооружения. В цехах массово внедряется система «Бережливое производство». Благодаря запуску программ по сносу зданий и сооружений и по улучшению санитарно-бытовых условий происходят большие перемены как в производственных стенах завода, так и в его внешнем облике. И в этом заслуга наших химиков. Уверен, что в будущем мы сможем добиться еще большего, ведь потенциал химпрома огромен. Дальнейшее полномерное развитие предприятия и процветание Новочебоксарска – наша общая цель. От всей души желаю доброго здоровья, неиссякаемой энергии, азарта в работе и гармонии в семье. С праздником, друзья!